Вот и лето закончилось, и я в основном очень долго думаю про диетическое питание. Вот пришла с моря, я думаю, тут у меня есть фарш мясной, здесь у меня есть перцы, здесь вот фаршированные перцы, я уже с утра их маленечко поела, вот. Есть еще вот мясо такое вот, стейк, есть блинчики. Вот можно фаршировать их с творогом. Пару блинчиков я уже сделала. Вот есть у меня вот такой вот, в магазине купил ассорти с баклажанами по-корейски. Живя в Улан-Удэ, прям очень привыкла к салатам по-корейски. Есть вот помидор, огурец, персики, виноград, яблоки. И вот сейчас думаю, как бы так все это сочетать, да? Чтобы было очень вкусно, очень диетически. И вот в тяжелых раздумьях, но вот надеюсь, что будет что-нибудь очень-очень вкусное мне на ланч.